Хорошо, ничего не сломала. Может, это я даже оставлю. Так прикольно упал. Ой. Так. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня у нас пойдет речь о тушах с Алиэкспресс. Я буду сегодня тестировать, все мне самое интересное. Я так подождала, пока мои волосы немного подзагрязнятся, чтобы потом все это смыть, потому что я собираюсь нанести все. И, в общем-то, все, и везде их посмотреть. Заказывала я их с Алиэкспресс. Ссылки, естественно, на них оставлю внизу. У меня вот эта вот тушь с одного магазина, а все остальные с другого магазина. Ну, заодно проверим. Вообще они называются по одинаковому, в принципе. Чуть-чуть различия в написании есть, но как красят, посмотрим, в общем, различия. Ну, в принципе. И перед тем, как начать все это, я хотела с вами поделиться информацией. Очень многие спрашивали у меня, а не обманывают ли на Алиэкспресс, а ну, приходит ли все на Алиэкспресс. Бывает такое, что ты заказал, что-то не пришло, и ты там и товары, и деньги потерял, да, и многое другое. И я хотела с вами поделиться такой программой расширения. Она идет и на компьютер, и на телефон есть такое. Сейчас я вам поближе покажу. К примеру, подсветка для унитаза. Слева мы можем смотреть, видите, 8, слева внизу 89%, это рейтинг продавца, и стрелочка вверх, это значит, что цена повысилась. Более подробную информацию мы можем увидеть, либо нажав сюда, мы увидим, смотрите, график, да, смотрите, цена какая была, потом она упала. Также, наводя на каждую точечку, мы можем посмотреть, какого числа была эта скидка, да, и вот сейчас на каком месте находится, то есть было намного выше, да, а также мы можем прокрутить вниз, и ту же самую график вот увидеть, видите? И так будет с этим расширением на каждого продавца. То есть прежде чем что-то взять, вы можете посмотреть. Также вот другой товар, посмотрите, красочку я заказывала. Мы можем так вообще, в принципе, выявлять фейковые скидки. Когда у нас перед какими-то скидками, да, завышается цена и делается на нее скидка. То есть мы можем понять, это надуманная скидка или не надуманная. Если она перед этим повысилась, значит, в принципе, не стоит спешить и покупать что-то, она опять упадет, потому что ее цена была ниже. И вот я взяла перчаточку заодно, чтобы все у нас было. Я, честно говоря, уже в восторге, сразу говорю, потому что я пробовала какие-то другие цвета, мне что-то там не понравилось, потому что было не ярко. Здесь все очевидно ярко. Вот. Сейчас я все это сравняю. Достаточно быстро сохнет, вот что еще хочу заметить. Дальше берем следующую прядку. Жалко мне теперь, раз мне тушь понравилась, мне теперь жалко ее просто так расходовать. Давайте попробуем вот такой фиолетовый цвет. Паша тоже красивый цвет такой, да, вот. Но хотелось бы его вот таким увидеть, если честно. Что, зайка? Мама тут опять что-то придумала красить, да? Что за мама, скажи, у меня такая? Так, расчесываем. Ну, вот сиреневый, как видите, он не такой, как на баночке. Он немножечко... Он светлее, да? Вот он, светленький. Смотрите, какой на банке, какой здесь, вот на белом фоне. Синим я довольна, сиреневый слишком какой-то светлый. Хотя, симпатичный цвет, да? Запах такой интересный. Соком каким-то пахнет. Не, ну, в принципе, заморочиться можно. Но как-то вот синий надо чуть-чуть нанести, да, а вот фиолетовый как-то подольше получается. Ну, вот. Вот кончик симпатичный. Да? Видите, синий уже высох. Зеленый. Такие цвета у меня, да, все? Не, у меня розовый будет, там серебристый и белый еще. Это все в одном магазине я покупала, вот эти все. Тут отдельно, которые я покажу. В каком отдельно покупала. Отдельные ссылочки дам. Зачем я зеленый взяла, я не помню. Может, на весну? Зеленые волосы, что-то мне никогда особо не нравится. А, и знаете, вот это разноцветные просто красят. Пусть там будет и зеленый. Все. Зеленый мне тоже нравится. Смотрите, как он красиво лег.
Так, малыша закачала, идем дальше. Я вспомнила, кстати, зеленый я покупала, и вообще я все брала эти сочетания цветов. Ну вот синий он как-то яркий, да, а вот зеленый, вот этот вот, еще какой-то, розовый, чтобы перемешать и быть цветной. Я реально хочу быть цветной, но красками я точно не буду так красить. Поэтому так, что у нас там, зеленый остановились мы, да? Вот он красивый какой цвет. Мне прям не хочется смывать это теперь. Дальше. Розовый. Но это нежно-розовый, там еще был ярко-розовый. Розовый, в принципе, тоже ничего. Чики. Промажем. Но он нежно-розовый, я бы взяла ярко-розовый. Но это я выбрала нежный цвет. Надо брать розовый яркий. Кстати, все это можно сделать, если цвет, например, не очень яркий для вас, можно сделать в два слоя. Вот так вот. Ждем, пока подсохнет розовая прядь. Это я брала с другой компании, кстати. Он прям, гляньте, какой, вся в белом. Мне интересно. Давайте вот тут. Что это получается? Что вообще белым делать? Я не знаю. Ой. Блин. Это реально для кончиков предназначено. Чего, вот такой блондинкой можно стать побелее, да? Вот, высветлилась себе кусок пряди. Можно корни подкрашивать, кстати. Вот у меня раз корни. Подкрасила вот так. И уже не такие, не так заметно. Да? Короче, такой вот вариант. Белый. А если к синему, например? Не, белые кончики не никак. Ладно, давайте серый попробуем уже. Серый это также, это там же брала, где и все остальные. Металлик такой. Что-то ложишься или нет? Ой, господи. Лёг он или нет, я не пойму. Серебца есть какая-то. Надо на кончиках пробовать. Я тоже видела. Что это летит? Летит какая-то шелуха непонятная. Цветная. Так, серый вообще, короче, какой-то не айс. Вообще его не видно. Так, ну что, в общем-то, я скажу. Белый прикольный. Кстати, это белый, скорее всего, для темных прядей. В общем, что мне понравилось? Мне понравился синий однозначно. Я сделаю такие пряди. Синий, зеленый. Посмотрите, какая красота. Синий, зеленый, все вперемешку. Розовый туда же добавить. Это мне понравился. Розовый, зеленый. Синий вообще шикарный. Фиолетовый тоже можно. Вот, в принципе, вот он. Расчесать. Вот, в принципе, красиво. Можно синий сверху, фиолетовый сделать. Конечно, я думаю, это все будет краситься на подушку у нас. Ой, синий шикарный пряди. В общем, я сделаю как-нибудь себе все цветное. То есть вот так все пряди цветные, где достану, все будет цветное. И вот такой будет у меня фэшн. И все это потом смоется, и не жалко. Ладно, мои хорошие, рада была сделать вам вот такой вот обзорчик. Значит, все классные, кроме серого, на самом деле. Даже белый видно, а серый не видно. И белый я брала отдельно, в принципе. Ну, я довольна, а он, по-моему, чуть подороже стоит. Так что белый можно купить там же, где я брала все вот эти вот остальные туши для волос. Итак, пользуйтесь расширением AliRadar. Ссылки все будут внизу. Это для компьютера и приложение на телефон. Потому что сейчас много на телефоне у нас людей. И находите хорошие магазины, не фейковые скидки. Смотрите рейтинг продавца и покупайте недорогие товары. С вами была я, Селена Свей. Понравилось? Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. В общем, все ссылки внизу. Я с вами прощаюсь.